Заряды от Зарипова. Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина открыл первый в России завод по производству клюшек. Телеканал УТВ дает шанс получить заряд с автографом звезды отечественного хоккея. И чтобы выиграть клюшку, нужно внимательно смотреть время новостей. Вот так выглядит главный приз. Сейчас он хранится в нашей редакции. Заряд мы подарим самому внимательному зрителю. Каждый день в нашем выпуске в 18:30 мы будем задавать вопрос о тех сюжетах, которые мы показали. Ответы нужно присылать по адресу 1obl@1obl.ru. Его вы видите на экране. В теме письма указать «Заряд ОТВ». Акцию мы будем продолжать месяц, а тот, кто пришлет больше всего правильных ответов, и получит клюшку. Победителя мы назовем в выпуске «Времени новостей» 10 ноября. А первый вопрос мы зададим уже сегодня в финале нашего выпуска.